Здравствуйте, ребята! У нас с вами сегодня такое вот занятие. На прошлой неделе, 8 сентября, вся Россия отмечала День грамотности. А кто же такой грамотный человек? Кто знает? Который хорошо пишет и все учится. Верно, лучше который выговаривает слова с первого раза. Кто хорошо говорит слова. Да, ставит правильные ударения и правильно пишет. И вот сегодня вам предлагается посмотреть мультфильм на такую тему интересную. Внимание на экран. Да только где их взять трудности-то? Где их взять? А вот для начала сделай уроки, приведи в